Ключевой задачей является обеспечение открытости исполнительной власти. Власть нуждается в каналах обратной связи с людьми. Причем не только важно слышать, но важно и представлять возможности для обратного влияния, влияния наших людей на принятие решений, которые затрагивают их интересы. Обсуждая те или иные нормативные документы, решения с помощью интернет-ресурсов и других коммуникационных технологий. Сегодня у нас проект постановления правительства будет рассмотрен, который касается порядка раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. Подготовленные правила определяют круг документов, которые разрабатываются ведомствами и подлежат общественному обсуждению, в их числе проекты новых государственных программ, проекты федеральных целевых программ, ну и устанавливаются сроки их публичного обсуждения. Планируется, что вся информация о таких актах будет размещена на едином интернет-портале. На их обсуждение отводится не менее 15 дней, а по отдельным актам, более сложным, не менее 60 дней. Причем сведения о предложениях, естественно, также будут вывешиваться на этом же самом сайте. Я рассчитываю, что этот механизм позволит улучшить качество ведомственного нормотворчества и сделать систему принятия решений более открытой для граждан нашей страны.